Вы видите, друзья, что народу на рейсе немного совсем. Вот посмотрите. Можно сказать, что полупустой у нас самолет. Вы видите, друзья, пожары в Южной Калифорнии. Вот мы проезжаем, пролетаем сверху. Вот так все это выглядит. Огня я, честно говоря, не вижу. Вижу много дыма. Вот здесь, друзья, происходит регистрация. Мы уже почти совершаем посадку. Стартует наше судно, наше стартует из порта в городе, который называется, ну, мы бы сказали Сан-Педро, но американцы говорят Сан-Педро. Загрузившись на корабль, друзья, мы, согласно нашей диете, подкрепились немножко без злоупотреблений. И в буфетике таком. Мы подробно потом расскажем про буфет и что в нем там конкретно бывает, какое меню. А сейчас пойдем гулять по красивым местам. Был идентифицирован нами 6-й этаж по схеме, как место, где красиво. Комната такая, можно посидеть, поболтать. Обычно в таком месте проводят инструктаж по технике безопасности. Наступает момент такой. Ладно, идем дальше. Мы пару лет назад были в круизе на Карибах. И там такое ощущение, что кораблик побольше был немножко. Шикарнее был. Я не уверен насчет шикарнее. Сейчас мы глянем. Но во всяком случае, они похожи. Так, вот, уже на пианино кто-то играет. Да, здесь есть такие люди, которые играют. Развлекают публику. Тут вот лифт. Но красиво. Да. Так, по-новогоднему украшено. И потолок такой тоже. Богато. Так, лифт пошел, видите, он пошел лифт, вот он остановился на нашем этаже. Такой эффектный лифт. Едешь, и все видно. Вот вы видите Fine Arts Gallery на круизах. Yes, hi. На круизах, друзья, проводятся такие аукционы. Так, ты ходишь, вроде красиво, там по стенам все висит. Вот, а потом проводятся аукционы. И такое все живенькое, симпатичненькое. В принципе, если вы хотите денежку сэкономить, вы можете посмотреть, потом поискать этого художника, который вам понравился где-нибудь в сети. Наверное, да, найдется что-то, как и вы какую-то копеечку сэкономите, если есть настроение. Ну да, казино. Ну, такое оно небольшое, знаете. Можно сказать, не совсем настоящее. Но деньги можно выиграть и проиграть. Скорее проиграть, конечно. То есть идея такая, чтобы проиграть. Самое настоящее. Но есть любители этого дела. Напугали нас. Попрактиковались в надевании спасательных жилетов. И отпустили. Все это недолго было. Вы видите, народ собирается. И все в ожидании чего-то хорошего.